Режим чрезвычайной ситуации остается действовать только в Китовском и Юргомышском районах Курганской области. Решение о снятии режима ЧС еще в двух муниципальных образованиях региона, в Кургане и Белозерском районе, было принято 13 мая на очередном заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям и межведомственного оперативного штаба под руководством временно исполняющего обязанности губернатора Вадима Шумкова. На территории Курганской области обстановка с пожарами стабилизировалась. В настоящее время угрозы населенным пунктам отсутствует. В настоящее время вся группировка МЧС России выполнила поставленные задачи и убыла по местам постоянной дислокации. В настоящее время остается два воздушных судна МЧС России Б-200 и вертолет Ми-8. Б-200 планируется убыть завтра в 10 часов дня. Вертолет Ми-8 совершит облет, отработает и по плану предварительному также убывает в город Екатеринбург. 12 мая к месту базирования в Москве уже убыл самолет Ил-76 МЧС России, а также 173 человека и 21 единица техники. В их числе курсанты Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России, аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Тюменской области, а также силы и средства Уральского учебного спасательного центра МЧС России из Челябинской области. Напомним, что ранее в связи со сложной пожароопасной обстановкой в регионе и возможной угрозой населенным пунктам в результате ландшафтных и лесных пожаров на территории 6 муниципальных образований Курганской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации пожаров и защиты от них населенных пунктов была привлечена межрегиональная группировка сил и средств в количестве около 1000 человек и более 200 единиц техники. Работала авиация МЧС России.